Хотите почувствовать себя королевой? Просто купите хорошую шубу на выставке «Меховые традиции». Тем более, что сейчас производители балуют покупателей сезонными скидками. Выставка «Меховые традиции» пройдет в Доме культуры 13 февраля. Главной гордостью компании «Меховые традиции» является богатый ассортимент. 1000 шуб на одной выставке, среди которых ни одна не повторяется. А это значит, что вы найдете уникальную и подходящую именно вам шубу. Постоянное обновление ассортимента новыми моделями, например, шубами-трансформерами, коллекционной греческой норкой, куницей, парками, позволит вам выделиться среди массы женщин в одинаковых шубах. Сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей, чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент возврата изделий по браку на выставке минимальный и составляет всего 0,29%. Регулярное обучение продавцов-консультантов новым тенденциям в мире меховой моды подарит вам удовольствие от процесса покупки и возможность найти шубу своей мечты всего за 4 минуты. Выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 15 лет и охватывает все регионы России от Кавказа до Камчатки. Регулярно приезжает в ваш город. То есть у вас есть защита от неудачной покупки и возможность обменять изделие или вернуть деньги. Наличие различных вариантов кредитования и рассрочки позволит вам купить шубу еще до получения зарплаты. Только в феврале при покупке любого изделия дарим 5 тысяч, 10 тысяч, 20 и даже 50 тысяч рублей. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу своей мечты 13 февраля в Доме культуры «Славянка» с 10 до 19 часов.